Давай! Так он и будет. И вот чему научите, то он и будет делать. Хотите, будет няней для детей, хотите, будет охотником, хотите, будет просто другом. Опа! Горе. Вершина лопнула. Не, он один проскакивал, а другой рванул вперед. Ого! Ёлка! Видели? Ля-ля-ля. Твою мать, глянь, овца. Это что такое? Да вот только что. Вот. Придурок, ну ты что? Вообще что?
Ты слушаешь? Да, да. Странно. Ивана, что случилось? Ничего. Потом поговорим. Хорошо. Ты куда ехал, блядь? Сегодня передача «Международная панорама». Неисправность какая-то. Не, может, он что-нибудь опрыскивает? Я ничего не трону. Не, ну как? Ну это пиздец, нихуя, блядь, завеса, ебать нахуй. Я вообще не вижу, блядь, куда ехать. Он чем-то опрыскивает, походу. Да ну нахуй, это, блядь, дурачок, сука, какой-то, блядь, ебать, тулюсь, блядь. А он-то едет нормально, смотри. Ну а что он газует так? У него на скорости, что ли, на первой, на второй? Опрыскивает он чем-то. Да нихуя у него, весь на аварийках, блядь, что-то у него. Пусть НВД, что ли, блядь. Ветра нету, оно даже не расходит. Смотри, сука, пускает время от времени, блядь, завеса. Я говорю, чем-то опрыски, что-то, блядь, это. Да нихуя у него что-то с мотором, блядь. Думаешь? Да. Коли бы он на аварии как ехал. Причем это на второй или на первой скорости. На второй или на первой скорости, блядь. Смотри, он нахуй. Едет-то нормально. Дунет, что вообще даже не видно, куда ехать, блядь. Мужика, она. Да я тебе говорю, мужика, блядь. Я бабушке пиздато сейчас. Задрочил, походу, машину, блядь. Мусоровоз. А, ну и все, и пошел ты куда дальше.